поселку 100 лет было недавно, и это кладбище тоже существует порядка 100 лет. И ни разу там у нас не огораживали, как оно есть, кладбище. В других поселках огораживали, а Избежда осталась неогороженной. Составляли смету 800 тысяч. Естественно, жители не смогут осилить такую сумму. И вот хорошо, что сейчас есть проект на инициативное бюджетирование. С охотой люди подключились, провели тоже собрание, опрос делали, все 100% за, люди готовы, есть предприниматели тоже готовы свои проценты внести. Тоже надеемся, верим, что Избежда тоже у нас пройдет.